Привет! На этом видеоуроке я расскажу, как сделать Night Shadow и Yen в Steam. Итак, для начала. Для того, чтобы у вас были хорошие тени, создайте, например, такую же brush. И обязательно сделайте, как по текстурке, каждое отверстие закройте блок лайтом, как у меня. И свет, который будет проходить через блок лайт, он будет в виде тени, а который не пройдет, останется там же, не дойдя до конечной стены. Далее, вам нужно нажать камера, light grid. Итак, изначально все стороны у нас имеют значение light scale 16. Apply. Как вы видите, это вот такая сеточка. Очень крупная. А для того, чтобы сделать хорошие тени, вам нужно эту сетку уменьшить до минимальных значений. Например, до единицы. Apply. Итак, теперь вы, как видите, наша сеточка уменьшилась в 6 раз. И у нас будут очень хорошие эффекты. Но из-за того, что мы уменьшили сетку, компилирование этой карты удвоится. Гораздо больше займет времени. Итак, теперь возвращаемся к нашим текстурам. И теперь для того, чтобы от них шел свет в виде теней, нужно создать просто light. Создаем light. Light. Так, заходим в него настройки. Но это не может быть не просто любой light. Просто это может быть любой источник света. Например, у меня это будет light. Apply. Так, помещаем его вот сюда, например, как у меня. Env light. И копируем во все места, которые нам пригодятся. Так, вот так вот. Да, кстати, хочу сказать, что Behopper вас предупреждает, что Source SDK, особенно Hammer Editor, вызывает зависимость. Итак, наши лайты готовы. Теперь у нас будет на потолок очень хорошие теневые эффекты, Shadow. Итак, теперь я расскажу, как сделать Env в Steam, как пар. Вводим Env и пишем Steam. Steam. Итак, ставим. И его сразу же направляем кверху. Так, ставим здесь 90. Вернее, заходим в него. Ставим цвет, который вам нужен. Например, вот такой серенький. Лучше ставить цвета, которые более тусклые, потому что их будет лучше видно. Итак, теперь ставим PGRoll минус 90. У нас это будет вверх направлено. Минус 90. 90, 90. Apply. Вот, как вы видите, он направлен у нас вверх. Теперь заходим Intel State, ставим On. Particle Time Normal. Speed ставим 10. У вас будет 10, будет более разборчивый вид. Итак, speed ставим 100 ровно. Particle start size 10 хватит нам. Ну и 26. Apply. Сохраняем в emise rate. Ставим 25. Apply. Теперь color мы уже настроили. Это сохраняем также. Нажимаем apply. Теперь остается нам только это раскопировать по всей карте. Засовываем это в наши текстурки и копируем. Так, у нас все готово. Посмотрим, что у нас получилось. Итак, вот что у нас получилось. Как вы видите, от нашего лайта идет свет, направленный в разные стороны. И как вы видите, у нас появляются такие тени. Но из-за того, что мы уменьшили грид в много раз, наша компиляция заняла больше времени.
Так что об этом нужно знать. Итак, вот теперь наш йен в Steam. Его вы можете подстраивать полностью под себя, и для того, чтобы шел звук, это уже здесь надо будет ставить Ambient, либо Sound Escape. Ну, в принципе, это все. Ну что ж, гулаг.